Единик, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, вы Санек, Максим, ОлТВ, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. ОлТВ, сам ОлТВ. Сегодня у нас очень классная серия, потому что мы будем ставить крутые постройки. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор. Погнали. Ребята, сегодня у нас будет ролик, когда все мы будем ставить по очереди постройки, которые мы искали в дубликатах. Ну что, готовы? Конечно. Да. Ух ты, прикольное что-то. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Получается, это у нас что? Здоровенный вулкан? Офигенно сделано. Тут прям можно внутри быть, смотри. Пацаны, давайте мы вас ждем. Знаешь, что мы сейчас с этой постройкой сделаем? Ой-ой-ой, как оно эпично развалилось. Так, сейчас будет очень круто. Ну давай. О, пушка. Я ее, кстати, где-то видел, такую же пушку. Ей можно управлять, можно поворачивать. Так, а что там ведро и висит? Прикольно, кстати, сделано. А это чем стрелять? А там есть ядра, есть. Блин, а что именно меня убило? Что за несправедливость? А это залп. О, давай я поставлю там машину, ты прицелишься в нее, ну, ребята. Сейчас мы посмотрим убойную силу. Ниже, ниже. Так, сейчас прицеливаемся. Еще ниже. Вот, это было четкое попадание. Хорошая пушка, мне она нравится. Смотрите, что я скачал. Спускайтесь туда вниз, я вам сюрприз подготовил. Какой? Где низ? А вот сюда, вот, да, залетайте все. Да, нормально все вроде. Все, вы готовы? Да. Я надеюсь, вы уже догадались, да, что вас ждет? Да. Прикольная, да, тема? Мясорубка. Это мясорубка, самая настоящая. Давайте я тоже попробую здесь выжить. Мгновенно, да, убивает? А ну-ка. Бу! О, знаете, что туда надо? Надо туда что-то кинуть. Давайте машину туда кинем, посмотрим, что с ней будет. Ка? Ого, ты видишь это? Да, это фарш из машин. Кстати, она даже не останавливается ни на секунду. Знаете, какая там мощь у нее? А, все, все, забирай свои слова назад. Приостановилась. Ай, не хватает мощи, ладно. Удалим, давайте две будет. Хорошо раскидала, пойдет. Все, все. Так, как обычно, мы ее сейчас взорвем. О, я, кстати, могу кинуть бомбу, она сама, да, взорвется, получается, так? Да. Ой, красиво, это было эпично. Ой, радиация. Что это за телега? Это какая-то... Прикольная тачка. Я могу сесть? А я не могу сесть. А что она звук такой конченый издает? Пердежа. Она не едет. Она заводится, разогревается. Ты видел эти колеса? Как корыток. Это карета, ребята. Похоже на корыто. О, поехала. О, она едет. Я не могу, да, управлять? Я сейчас из вас выстрелю. Не надо. Не надо. Мы под дрифтом. Смотри, как мы дрифт делаем. Ты видишь? Вижу. Это мега дрифт. Так, сейчас будет немножечко веселье. Давай. О! Залетаем наверх. Давай, погнали. А мы все... А, да, мы влезем. Садитесь. Подожди, стой. Да что я... Что я там ударился? О, я сел. Давайте. Тут для нас всех место есть. А кто будет ломать эту штуковину? Ты успеешь сесть? Давай. Санём. О, все отлично. Ребята, вчетвером едем на диванчиках. Ла-ла-ла-ла. У Гомера очень как-то странно. Ин работает. Руки вовнутрь туловища залезли. Ух ты. Что это происходит? Ой, у меня голова вылезла с этой штуковины. Хорошо, едем. Пойдет. Ой. Что это? Ой, у кого-то жопа жирная. Это у меня. Я вообще не понимаю, что происходит. А, все, приехали. Все. Так, следующий у нас Макс им. Сейчас ты, Дима, будешь играть в змейку. О, давай. Садись на стул. А как ее управлять? А я не могу управлять. Кто ставит, тот и управляет. Ух ты, ё-моё. Это что-то прикольное. Нормальная змейка, пойдет. Она очень, кстати, быстрая какая-то. Что, по башке дало? Эй, аккуратно, новый Человек-паук. Нормально, все под контролем. Понял. Смотрите, какой прикольный робот у нас есть. Я могу им, кстати, ходить, я натренировался. Вон, может руки поднимать.
Да, кстати, можно. Ты можешь подойти к нему, а я тебе ударю рукой, смотри. Размах. О, кстати, можно двумя сразу руками. Это ты сейчас управляешь им? Нет, ты. Так я ничего не жму уже. Я ничего не жму. Он, короче, танцует. О, смотрите. Все, Максим, давай, пока. Так. Садись. О, карусель, веселье и рыгачки. Ну давай. Сейчас увидишь. А, и так мы на бочке взорвутся, мы разлетимся в разные стороны. Ну что, готовы? Да, давай. Ого! О, это красиво, блин. Кстати, от нас такой хвост. Спасибо тебе, Санечек. Это бомба. И ты должен узнать код от нее. Он еще взорвет, я догадался. Я догадался. А иду, какой-то хитрый жук. Вовремя я отошел. О, хотите быть капитанами? Давай. Давай. Прошу всех на борт. Эй-эй-эй. Ой, это... Давайте, все на борт, я буду им сейчас управлять. О, смотрите, тут есть реально... Ой, что? Капитанская кабака есть. Ржавый. Да какой ржавый? Я им управлял, я проверял, он работал. А, тут механизмы сломались, пацаны. А, переставим корабль. Да-да-да, сейчас я переставлю, подожди. А зачем ты стреляешь? Ты же должен переставить. Да все, я переставил. Видишь, он как полетел красиво. Вот это с него запчастей повылетало. Ого, тачка, прикольная. Ну все, возвращай меня, куда ты меня повез, я уже на краю карты. Давайте проверим, она выдержит взрыв базуки? А, там немножко машина твоя повредилась. Смотри. Да ну чуть-чуть, ты видишь, она там... Да просто все немножко испортилось. Я все имущество потратил. Да я не хотел. Спасибо. Ого, это что такое? Сюда вставайте. А можно не вставать? Надо, надо. Ой, 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 оно шатается. Так. Что, что с ней? Я могу туловищем толкать. Ладно, все, вставали, давай. На, падайте. Ой-ой-ой. Кстати, вот эта постройка прикольная была. Вот сейчас ты будешь лучшим акробатом. Вставай на центр прямо на кнопку. Прямо на кнопку и нажимай. Да ты обманул меня, какой акробат. Это смертельная ловушка. Это обстоятельство нужно еще раз. Встань прям ровно на кнопку. По центру. Вот, встал. Сейчас стой. Во. Она убивает, зачем ты врешь мне? Нет, я вот, видите, вот летаю. А ты тоже умер. А ну давай ты, Мусоняка, со стороны посмотрю. Ну? Я же летал. Не, ну это необычная постройка. Может, у тебя было бессмертие включено? Не. А убивает она. Да ты что, она психичка какая-то. Видимо, бракованная попала. Ай, блин, и опять меня убила. Да что ж такое? Ребята, сейчас я вам покажу самого большого робота, который имеется в Гаррис Мод. Больше этого нету. Вы готовы видеть что-то мега большое? Ну, мне кажется, есть еще где-то такие. Ну, давай, смотри. Ну, в принципе, да. Большой? Ты видишь, что у него дома, ноги? И туловище из дома. Ну, один есть большой недостаток, им нельзя управлять. Да, ну, блин. Ну, блин, зато реально красивый. Значит, мы его взорвем. Классно, да, смотрится? О, давайте ему бомбу вот тут где-то взорвем, посередине. О, и маленькую взорвем, чтобы он красиво разлетелся. Да, пацаны, кто, взорвите ее, я хочу со стороны посмотреть, как это будет. Ой, эпично разлетелось все. Это он, короче, все. У него, обиделся. Его пробили. Есть пробитие. Давай, садись. Ребята, новогодняя постройка у нас. Садитесь. Садись, Дим. Сажусь. О, отлично. Ой. Ого, прикольно. Волчары там. Че кто-то? Олененки? Да, волчары. На руках ГМР лежит. Я вижу, ребята. Не вы видели дрифт на санях Деда Мороза? Мы дрифтуем. Ой. Блин, это весело. Давай-давай, газуй! Осторожней, сейчас блевать буду. Да не рыгает. Ты ж на лени не рыгай, главное. Хорошо, дрифтуем, смотри, как наваливаем.
Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.